Чарська міськрада, що вони виділяють 500 тисяч, а Чарківська міськрада. Що стосується курортної зони, ну, ми дивимося, що пропозиція прийшла до Дощука, значить, будувати дорогу через Парутіна. Обща вартість дороги 28 мільйонів, пропонують 11,925, і вони 1,5 мільйона. Тобто загалом буде десь около 14 мільйонів, бо там система біжа на 300 тисяч, а на дорогу потрібно 28. Ми говоримо про те, що ми об'єкти не закінчимо, вложимо туди 14 мільйонів, да? І на все закінчиться. А не проще все-таки курортна зона, там теж 4 населених пункти через Кам'янку, буде дешевше, проще. Или вы можете подскажете вам, что там уже будуется дорога? Я просто хотел спросить тут, Леонидовича, почему получилось через ошибку, через Парутина? Ты не давно через Парутина? Еще раз. Ну, дорога через Парутина. Ваша пропозиция через Парутина. Мы пропонуем через Каменку. Ну, насколько я понимаю, у Чаков идет 3 дороги. Да. Да. Одну дорогу, это которая идет от трассы М14, мы сейчас сделаем и проездную способность полностью обеспечим на протяжении всего маршрута. Вторую именно через Породину, потому что там больше населенных пунктов и принято решение именно для того, чтобы более комфортное было движение. Там, где большое скопление людей, там местных жителей больше. К сожалению, денег у службы нет, обратить внимание сразу на все 3 дороги. Я сейчас говорил только за те дороги, первые, которые через Каменку, да. Ну, на Одесскую трассу, нечаянно Каменка и Нарочаков, или через... Значит, ремонтироваться в этом году службы автомобильных дорог в Чаковском районе будут 2 дороги всего лишь. Mm-hmm. Одна, та, которая идет от трассы М14, то есть от Одесского направления mm-hmm. до Очакова, со стороны Очакова сегодня mm-hmm. начали выполнять работы. И вторая, это которая идет вдоль побережья. Взамен скажите, вот вам надо 28 миллионов закончить работы. Какой объем работы вы готовы закончить за 14 этих миллионов, которые вы просите? Да, это будет ямочный. Или это вы половину сделаете, и все-таки значит, туристы и отдыхающие не доберутся той дорогой? Значит, мы, как служба автомобильных дорог, на в это направление сегодня, все документы выделить со службы в рамках эксплуатации, это там, где мы уже, в принципе, приступили к работам и выполняем работы, порядка 8 миллионов. Mm-hmm. То есть наша позиция службы по-прежнему максимально обрабатывать информацию, максимально консолидировать деньги в одном месте и выполнять работы, то есть, не только ямочные, а для того, чтобы дорога могла прослужить несколько лет. У меня еще просьба. Значит, в связи с тем, что информация обновляется практически чуть ли не ежедневно, ежесекундно, да. Я распечатал. Свежая. Да, абсолютно свежая. Пожалуйста. Давай, значит, если можно, раздай. Эта информация с учетом прошлых ваших комиссий, где говорили, да. Что информация была скрытая, мы старались максимально вам ее осветить. На первой странице показаны суммы, деньги и направление дорог, где мы просим софинансирование непосредственно с областного бюджета. Дальше